Привет, друзья рыболовы. Ловлю я на озере Поковал на опарыша средний крючок. И по правде говоря, я искал место для вылова анцитруса обыкновенного, который нужен для открытия локации макукуа. И совершенно случайно наловил дымчатых сомиков гораздо больше, чем нужно. Нужно было одну штуку, выловил я больше 10. Ловил с 210 по 240 градус. Дальность заброса от 20 до 30 метров. Попадается он достаточно часто на мотыля и на опарыша. Но на средний крючок, на мелкий, почему-то он мне ни разу не попался. Ловите как я, и вы обязательно поймаете. А если поймали, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.